Салют, друзья, гости и подписчики, всем привет! На этот раз у нас в работе детские ботиночки, здесь сбиты мысы, носочная часть ободрана, и мы будем делать отделку носочной части. Делаем вот такую осовизочку, и ботиночки в полном порядке, и их дальше можно эксплуатировать. Если у вас нечто подобное, обращайтесь. Всем желаем крепкого здоровья и до новых встреч в новых видео!